1 декабря в Большом зале Пенза концерта в 16.00 состоится наш такой небольшой юбилей совместного творчества, пятилетие нашего союза между мной и музыкантами ансамбля «Губернии». Поэтому наших дорогих земляков ждет большой концерт, праздник народной песни, праздник русской музыки, русской культуры. И мы всех с удовольствием приглашаем провести выходной день вместе с нами. Любимые союзники, наши творческие коллективы, это «Казачья застава», это наши юные исполнители народной песни. И специальный гость приедет, я очень на это надеюсь, Святослав Шуршуков.